во второй половине 19-го, начале 20-х веков паневу, набедренную одежду, носили замужние женщины, а порой в некоторых губерниях, по местной традиции, еще и девушки-крестьянки на выданье. В некоторых рязанских селениях, где жили крепостные и государственные крестьяне, существовал ритуал первого надевания панев. Это особо значимый ритуал для рязанской девушки, разделяющий ее жизнь на две важные составляющие – девичество и замужество. Надевание паневы – ритуал перехода девушки на новую ступень жизни. Позднее он был перенесен на девичник, а то и на день венчания. Совершался порой в присутствии мужа. Обычно исполнительницей ритуала являлась старшая женщина. Это могла быть мать или крестная. Позднее, при приуроченности первого надевания паневы к свадьбе, руководителем обрядового действия мог стать мужчина, крестный отец или брат невесты. В 19-м, первой половине 20-х веков на Рязанщине существовали три разновидности ритуалов первого надевания паневы, в зависимости от времени его совершения и функционального назначения. В любом случае, обряд первого надевания паневы соотносился со свадьбой, будущим или уже происходящим. Просватанная девушка совершала ряд обрядовых действий. С паневой, подчеркивая тем самым совершившееся сватовство. В Рязанской губернии понятие беспонемница, то есть юная девушка, еще не надевшая панёвку. Понемница заключает в себе два эстетических идеала, отражающие в одежде подготовку к свадьбе как главному событию в личной судьбе и наивысший рассвет жизненных сил женщины. Надевая панёвку, в рамках свадебной обрядовости девушка переходила в новый статус замужней женщины.